Здравствуйте. Меня зовут Павел Трутник, а значит, вы на канале КМС Лайф КПРС. Мы сейчас находимся на пикете возле Победы 24, именуемой кличкой Плюшкой. На пикете каток, обозначающий очередной взлет цен на бензин. Бензин уже 45 рублей. Таким образом, мы уже скоро на велосипедах будем есть. Такой постоянный рост цен на бензин — следствие капитализма. И причем неважно, какая буржуйская партия у власти. Единая Россия, ЛДПР, справедливая там Россия, любая буржуинская партия ведет к росту цен на все товары, в том числе и на бензин. Кстати, мои друзья недавно вернулись с Венесуэлы, это в Южной Америке. Вот там строят социализм. Так вы знаете, какие там цены на бензин? Они там стоят центы, почти бесплатно. Тоже нефтяная страна, как Россия, но бензин в стране, где строят социализм, стоит копейки.